Как передать волнение листвы в объятиях порывистого ветра? Каким стихом размеренного метра ответить на сияние синевы? Как выразить вечернюю печаль и утреннюю майскую надежду? И грань печали и надежды между, а значит, как? И надо ли означать? Но птицей одинокой на таку поэт веками подбирает слово и создает нетленную основу, основу вмещая жизнь в короткую строку. О, как изменчива погодная игра, и перемены в той игре не усмотреть. Еще вчера была июльская жара, а нынче зорь юный август холодит. И на степных просторах горных и лесных, куда б судьба тебя, дружок, не занесла всегда полгода ожидания весны, а холода ожидай тепла. Похожие вдали, и мне теперь уже не верится самой, что было время в моей яблони цвели, и мать звала меня до полночи домой, и ты вздохнешь, следя за листьем желтизной, когда дождя строчит проворная игла, ах, как стремительно прощание с весной, и как надолго ожидание тепла. Какой-то миг, перелистав события дом, поймешь, что все-таки он был весенний день, лишь долгим дом, между горестным потом. И пусть туман с дождем осенним норовит стереть тот день, где ты счастливою была, но он вернется в ожидании любви, а холодами в ожидании тепла. Любви.